Он слева. Ой, беги! Да что ты стоишь, патроны выдаешь, блин! Патроны. Быстрее, заходи, заходи, заходи. Ай! Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Гусанёк, Колбаса, Пика. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Сегодня мы играем Гаррис Мод. Самая классная и любимая рубрика на моем канале. Аниматроники пугают охранника. Даже охранник сегодня вытанцовывает и поднимает всем настроение. Если тебе чуть-чуть приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Он уже стоит. Вы готовы, если что, забегать в будку? Да. А он медленный, пацаны. Он не может быстро ходить. Поэтому все будет хорошо. Ребята, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. На, поешь. Ты не боишься его? А, он сдох, пацаны. Давай, пудж, бей его. Ребята, смотрите, какой у нас сегодня офигенный скин. Напишите обязательно в комментариях, с какой это игры персонаж. Кто напишет первый, обязательно попадет в начале ролика. Не подсказывать. Лянь, лежит расстроенно. А все нормально, пацаны. Главное, что он разговаривает. Давайте ему этот подстрачник отдадим. Слышь, ты щенок. Ой, извини, по башке. Ой, извини. Я бью там кого-то. Все, отходим. Мне кажется, он сейчас может резко ожить. Он убежал. Вентиляцию пошел. Нет, он убежал. О, он, это Монти? Да-да. Он бежит! Он бежит! Быстрее! 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 Закрывай двери! Есть, мы успели, ребята, это было очень стрёмно. Блин, реально испугался. А ты по дверям дверь стреляешь. Дверь из металла. Ну, по звуку как из дерева, по виду и металлическая. Да. Всё, он ушел, ребята, вот я увидел по камерам, он спетлял. Еще по 40, где он? Да, иди. Давайте посмотрим на Пуджа. Так, он выглядывает, я вижу. Фредди идет? Да, Фредди. Вижу. Блин, он добрый, кстати. А, это же Фредди не убивает. Да, он добрый. Ого, здоровенный. Просто гигантус какой-то. Да, он просто пришел обследовать. Сейчас он пойдет аниматроникам, скажет, кто тут, сколько здесь человек и что мы тут делаем. Все, давай, сиди там. Я прикручу дверь, буду держать, он не сможет теперь выйти. Все, ребята, мы закрыли аниматроника. А теперь ты там сиди, ты понял? Эй, тихо, тихо, держу дверь. Так, нормально. Давай, Дима, я. Ой, я знаю, что надо делать. Мы тебя не выпустим, ты должен там сидеть. Ладно. Вырвался, хорош. Так, смотрим по камерам дальше. Все, убежал. Короче, делаем ловушку для аниматроников. Ставь мины. Первая пошла. Только смотрите, не подорвитесь на ней. Ой-ой-ой, лазер уже засветился. Ёлка! А что, мы сами себя взорвали? Быстрее, 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 быстрее. Я тут. Заховался. Простите, давайте, пока. Я пошел. Ого, он убил нашего. Колбаса слилась. Ой. Нет, не откроют. Отомщу. Да подожди, стой, стой. Наверное. Да что с дверями? Да двери! Все, Саня закрыл. Блин, он нас сожрал. И еще Фига раз съел. Что за фигня? Поймал. О, ребята, я сейчас буду следить за аниматроником. Сейчас не запрячусь, стоит, и буду следить за ним, как он идет. Дима, я его закрыл. Я его держу. Да? Ага, понял. Сейчас вырвется и все, как. Нет, не сможет вырваться. Ой, давай, короче, я открывай, я гранату туда брошу. Давай, раз, два, три. Убегайте, убегайте. Да, да, давай, давай, давай. Открывай. Раз, два, три. Бей! Есть! Бей! Я кинул гранату ему! Вот мы, шкодники, еще те. Все, мне не найдет. Поможет. Ого, аж дрожит все. Все. И я его обманул, ребята. Либо в крысу стоит. О, убила кого-то. Ай. Ай, ай! А я живой. Как ты жопа. Хорошо, обманула нас, кстати. Я не ожидал, что с той стороны придет. Так, надо все-таки взять это оружие. Мы сейчас будем ловушки делать. Ой, с порталами. Там вы. Ой. А, не убивает. Дима, о, привет, привет. Как дела? На тебе бесконечный портал. Ой. Попал в ловушку, смотрите. Мы обманули. Короче, бесконечная ловушка для аниматроников. Ой.
А, он же не убивает, его нельзя бояться. Зачем его бояться? Мы сейчас тут поставим портал. А, на двери нельзя поставить. И туда нельзя. А, вот так вот можно криво поставить. Так он же не убивал. Ой, Монти. О, Монти идет. Заходи в портал, быстрей. Я удалил. Я убил Монти. Что? Как ты его убил? Умер. Силой мыслей. Да пацаны, вы чего? Они же злые. Все, бесконечная ловушка готова, пацаны. Он слева. Ой, беги! Да что ты стоишь, патроны выдаешь, блин! Быстрее, заходи, заходи, заходи. Ай! Чуть-чуть не успели до двери добежать. Тяжело убегать, когда впереди еще один персонаж стоит. О! Она поломалась, пацаны, смотрите. Подходите, не бойтесь ее. Давайте рассмотрим. Рокси красивая. Аниматрониха. Правильно же, да? Аниматрониха. А ну отходи, закидай минами. О, давай, что? Закидывай. Ее должны убить. Всё. Саня, стой. Взрывай. Наш испытатель. Да мало, это мало. Мало? Кидай еще. Конечно. Давай, а я базука активирую. А ну-ка, интересно. Ой, хорош. Ой, а меня ой. Как я запрятался, они увидят. Монечка, уползаем за столы. Поймаешь? А ну. Нет. Саня, иди, апперкот пробью тебя. Поймаешь, не поймаешь. Да ты... Ой. А, она ж не убивает. Дима. Вот же не поймаешь. Нет, нет. Ух ты, вот это ты замочился. А что я там ударился? Я что-то уперся, не мог. Это прикольно, лег. Немножко этот, монеты потерял, ищу. А что Саня убрал? Пудж, давай, скиллы свои используй. Ну, скиллы сейчас, надо подумать. Какой говорю скилл. На аниматроницком. Прикольно. Нет, а, вот Саня. Он. Где? Я же твой брат. Мьюзикмен, бегите. А я портал тут поставлю, я смогу выйти, пацаны, к вам. Я вас сейчас всех спасу, он к вам идет? Да, идет. Нет, не идет. А ты где, Дима? А, вот привет. Я вообще в большом зале поставил портал, чтобы могли спасаться. Ребята, очень круто выживать с помощью портала. А ты по нему стреляешь? Он где-то там? Наверное, не знаю. Мочи его. Я, короче, теперь охранник. А я не баба, я пойду. Иди. Эй, а, да, вон он, лянь, стоит. Сыкло. Давайте по порталам идите, посмотрим, где он. Сыкло. А вот он, пацаны, стоит, я вижу, ты по нему стреляешь. Слушай, через портал глаза не вижу, а так вижу. А ты куда ему там меч вставил, я так и не понял. Ну, около ноги. Около ноги, я понял. Около ноги, там вверху. Это называется межбулочное пространство. Апперкот. Апперкот, да. О, что с порталом? Бежит, глянь, Монти. Вижу, вижу, ползет. Нет. Блин. Никого не убил? Убил. Ай, не успел. Я успел. Я его, ребята, закрыл в портале. Он в бесконечности. Они... Сейчас, понятное дело. А он медленный, смотрите, он меня не может догнать. Что ты мне сделаешь? Я тебя обманул. Иди сюда, щенок. Пацаны, я знаю, как нам спастись. Мы на море. На море. А у нас не убьет, когда мы в тележке сидим. Я это знаю, фишку. Все, мы бессмертны, пока мы в тележке. Классно, ребята, вы придумали. Подай развернут. Сбивай его, у него жизни тратится. Когда искры идут, жизни уходят. Все, ребятушки, мы выхватили один метод классный. Не-не-не. Он ничего сделать там не может. Я его сейчас задавлю. А мы бессмертные в тележке. Прощай, щенок. Он к нам сел. Кто это забрет? А это закон у нас с нами ехать? Ребята, аниматроник с нами катается и танцует. Он тяжелый, кстати. Тяжелый. Пусти. Взрывай нас с тележкой. Мы жертвуем собой. Давай что-нибудь мощное. Ну ладно. А мы его не убили? Убили, убили аниматроника. Ребята, вот так вот. Пожертвовали собой, чтобы убить аниматроника. О, я знаю, что еще, ребята, нас спасет. Сейчас мы, ребята, поставим машину, и мы его убьем. Во! Ну что, мы его встречаем, ребята, мы еще никогда не ставили здесь.
Убил? Не убил. Я его сейчас собью тогда. Пошел отсюда. Я знаю, кого убить. Дима, не дави. Да я его хочу подвинуть. Я его хочу подвинуть. Не мешайте. Ух ты! Ух ты! Немножко подгорела тачка наша, но ничего. Ай! Ой! Тихо, тихо. Так. Так. Кто бомбу взорвал? Ты взорвал? Нет, я не взорвал ее. Ладно, убьем хотя бы. А я убил аниматроника или нет? Нет. Он еще живой. Убил. Вот теперь точно убил. Еще бомбы. Вы что, психи что ли? Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще? Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ура, пока. Ой, моя камера улетела. Она просто растворилась. Все, всем пока.